Ноября. Но сегодня корпоратив. Он так жестко меня притянул к себе за волосы. Ну, я, естественно, подалась назад. Потом он сорвал с меня трусики. Если попытаться объяснить это простыми словами, то любое увлечение переходит в зависимость в тот момент, когда оно начинает разрушать тебе жизнь. Саша, послушай меня, пожалуйста. Нет, ну, конечно, я не перечеркну вот так вот 2 года воздержания. Мне кажется, мы совершаем ошибку. Давайте все поздравим Сашу, которая целых 2 года была чиста, и вот недавно Саша вышла замуж. Саша, поделитесь с нами чем-нибудь? Детство.